Гарри, с тобой все в порядке? Что стряслось? С Сириусом все в порядке? Где Рон? Мадам Помфри сказала, что с Роном все будет в порядке. Ему просто нужно немного отдохнуть. К несчастью, Сириус Блэк поживает не настолько хорошо. Он заперт в высокой башне. Скоро его передадут дементорам. Я никак не могу этому помешать. Но он ни в чем не виноват. Думаю, это правда. А теперь все решит время. Но... Маховик времени. Маховик времени? Сегодня ночью можно спасти сразу несколько жизней. Я хотела все вам рассказать. Ну, как-нибудь. Маховик времени одолжила мне профессор МакГонагал. Я пользуюсь им весь год, чтобы иметь возможность посещать дополнительные занятия. Все понятно. Мы можем воспользоваться им, чтобы вернуться и спасти Клювокрыла. А потом полетим на нем к башне и спасем Сириуса. Только надо быть поосторожнее, чтобы нас не заметили мы сами из прошлого. Клювокрыла держит где-то здесь. Слишком тихо. Ты уверена, что мы перенеслись в нужное время? Всем привет, с вами говорит Стелл, и мы продолжаем проходить игру «Гарри Поттер и узник Азкабана». И что ж, мы продолжаем следовать сюжету самой игры, и сейчас нам нужно спасти сразу несколько жизней, как сказал Дамблдор. Это же Клювокрыл! Прекрасно! Теперь давай придумаем, как до него добраться. Надо придумать, как поднять эту платформу! Для начала нам нужно спасти Клювокрыла, собственно, как это было по сюжету фильма и книги, а потом уже отправляться вслед за Сириусом. Давайте сохранимся и продолжим. Так, что мы здесь можем сделать? Мы можем поднять Гермиону. Отлично! Нет. Эту плитку можно заколдовать! Да ладно! Серьезно, Гермиона, ты прямо вообще... Капитан Очевидность. Получилось! Отлично! А теперь осторожнее! Да, верно! О, нет! Дверь заперта! Что ж, отсюда должен быть выход. Так, теперь играем за Гермиону и давайте получим немножечко бобов из этого котла, а также... Нет, сохраняться не будем пока. Давайте используем нашего дракончика. Так, ох, тут сколько всяких плюшек. Сюда даже можно попасть будет потом каким-то пока что неясным образом. Но сюда Гарри и Гермиона вряд ли попадут, поэтому придется использовать дракона в этих целях. Интересно, как далеко он может... Ага, вот сюда нас уже не пускает невидимая стена. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Сейчас перелетим на другую сторону, соберем вот здесь еще немножечко бобов. Отлично, отлично. Ну и давайте вернемся к центру данной локации, соберем бобы вокруг этого шарика, который нам нужно подобрать. А также здесь есть 4 тыквы, 3, вернее, 4 из которых не хочет браться. Так, зажигаем. Факел. Молодец, Гермиона! Ты открыла дверь! Только она слишком высоко, и я до нее не достаю. Конечно, может, потому что она на 4-м этаже, Гарри, ты не думал так? Ой, на каком 4-м? Это уже я вру. На 2-м, но тем не менее. Так, здесь наш дракончик ничего не может собрать, значит, ему остается только зажечь очередной факел. Отлично! Я посмотрю, что там. Так, управление снова переходит за Гарри. И что это там? Лучше! Черти там. Целая куча грёбаных чертей. Что-то я уничтожаю только по одному. Это
это нехорошо, это чересчур медленно. Давайте вы встанете в кучку и будете уничтожаться пачками. Но они этого тоже не хотят. Видимо, черти тоже любят жить. Так, ну и... Черт, я думаю, их двоих зацепит, но не судьба. Так, все, отлично. Теперь мы можем собрать все плюшики. Интересно, нам еще хоть выпадет возможность в Хогвартсе забраться все-таки к Фреду и Джорджу. Пока нет. Гермиона, ты дурная, он еще выше вроде был. Чего спрашивать-то так рано? Так, а вот сейчас мы перелетим, скорее всего, к Гермионе через... А, нет, еще не Гермионе, еще только на вот эти башенки. Но с помощью них прямо к Гермионе. Привет! Отлично, нечего сказать. Теперь мы оба здесь застряли. Да ладно тебе, сейчас я найду выход, я же Гарри Поттер. И как удачно, что здесь замок только для двоих. Если бы нужен был Рон, тогда Гарри и Гермиона скорее бы здесь и умерли. Но благо, благо Рон им не нужен. А вот Пикси не нужны никому вообще, поэтому давайте от них побыстрее избавимся и соберем карточку, и не только. Этого кролика можно оживить. Так, ну что ж, теперь снова играем за Гермиону. Ну, вернее, как за Гермиону. За кролика. И сейчас судьба Гарри, Рона, Клювокрыла и Сириуса Блэка в руках. Вернее, даже не в руках, а в лапах и зубах вот этого вот ушастого зверя. Кто бы мог подумать, да? В фильме и книге об этом как-то умалчивалось. А на самом деле вот оно что. Ребята, играйте в игры. Только в играх вы можете действительно понять суть всего происходящего. Отлично, теперь мы можем двигаться дальше. Сундучок давайте откроем. Итого у нас 223 тыковки. Это уже довольно много. Надо их потратить. И я думаю, вот как только у нас будет такая возможность, мы это и сделаем. Вот он! Держись, Клювокрыл! Мы тебя выручим! Да какой там Клювокрыл? Здесь он есть два котла, и в первую очередь мне нужны именно они. А только потом уже будем освобождать Клювокрыла. Я схожу, узнаю, пора ли спасать Сириуса. Осторожно, Гарри! Прибывая под воздействием маховика времени, Гарри поспешил к озеру. Ему нужно было узнать, кто сотворил заклинание Патронус, спасшее его от дементора. Неужто и вправду ему на помощь пришел отец? Неужели это Джеймс Поттер сотворил заклинание, которое спасло его сына? И тут Гарри понял, он видел не своего отца, а себя самого. Экспекто патронум! Упс, нежданчик, да, Поттер? Придется нам и здесь сражаться. Thank you.
надо же! Ты сотворил заклинание Патронус и прогнал всех дементоров! Это очень-очень мощная магия! Я знал, что у меня все получится, потому что оно уже получилось. По-моему, это звучит странновато. Гарри, нужно спасти Сириуса и вернуться обратно в больничное крыло, пока нас никто не хватился. Отлично! Идем! За тобой скоро придут. Быстро! Как мне отблагодарить? Давай! Мы непременно увидимся. Гарри, ты настоящий сын своего отца.